Хоккейный клуб «Саров» провел мастер-класс для самых маленьких спортсменов Ледового дворца. 6- и 7-летние ребята, которые совсем недавно пришли в спорт, с увлечением катались, выполняли упражнения, оттачивали приемы под руководством опытных профессионалов. Какие нравятся, что там бегают, все шайбы кидают, хочу научиться фишки оббегать. Мне нравится хоккей, потому что это моя любимая игра. А чему хочешь сегодня научиться? Я хочу сегодня научиться побольше дриблинг делать. Я люблю то, что на тебя все смотрят, все кричат, то, что ты хорошо играешь. А чему хочешь научиться на мастер-классе? Хочу научиться быстро ездить. Игроки «Хоккасаров» провели для малышей разминки, показали несколько упражнений на катание, поиграли в догонялки. Такие мастер-классы – полезный опыт для начинающих игроков, уверены взрослые спортсмены. Каждый ребенок может почерпнуть для себя что-то новое и применить это позже, играя с командой на матче. Такие мастер-классы нужны, чтобы привить больше любовь, наверное, к хоккею. Ну и показать, как правильно упражнение делать, потому что дети иногда приходят поозоровать. И провести время, просто выбеситься. И упражнения делаю так, немного неправильно. Но так мы им покажем, расскажем секреты, какие сами знают. Хоккейный клуб «Саров» – прекрасный пример для подражания. В прошлом сезоне наши игроки выиграли золото областного чемпионата высшей лиги. А несколько дней назад завоевали еще один трофей – Кубок чемпионов Приволжского федерального округа. Мы стали чемпионами Кубка Приволжского федерального округа. Это как бы следующая стадия после областных соревнований. Это большой шаг. Посмотрим, во что это выльется. Ждем пока решения федерации, что будет дальше в Нижнем Новгороде, которой федерации ждем дальше. То есть либо будет чемпионат среди чемпионов, либо если чемпионы чемпионаты в других областях не проводились, значит будет просто закрытие сезона. Только чемпионы Кубка КФО и все. Сейчас хоккеисты готовятся к новому сезону областного чемпионата высшей лиги. 5 ноября в Ледовом дворце пройдет первый домашний матч. Саров встретится с давним соперником «Стартом» из Таншаева. 9 команд. Одна команда «Бор» ушла в первую лигу. За исключением всех остальных остались все те же самые команды. Активно готовимся. Мы готовились, как бы. Кубок – это как открытие сезона получился. Ну, как показали, что команда готова. Посмотрим, что будет дальше. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».